Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Давайте я вам сегодня покажу новую «Октавию», а восьмую. Но поколения меняются, машины становятся более такими остроформыми. Да, мне нравится то, как ВАК подходит к оформлению кузова и салона. Такие ребра ярко выраженные, все больше и больше с каждым поколением. И выглядят они действительно очень здорово. Думаю, что это результат некого технологического развития. Да, производственных мощностей автопроизводителей, особенно вот по кузовным деталям. А вот салоны какими были, скучными, тканевыми, грустными, непрактичными и не очень-то и долговечными, такими и остаются. Но на то и существует компания «Купи салон», чтобы решать несколько задач. Задача номер один – это сделать салон более симпатичным, уютным, комфортным. Задача номер два – это сделать его более практичным, носким, долговечным. Ну и задача номер три – сделать так, чтобы владелец от сочетания решения первых двух задач получал удовольствие как можно дольше, а при продаже автомобиля смог вернуть себе либо часть стоимости, потраченной на доработку своего автомобиля, либо полностью. Ну и в этом автомобиле мы просто-напросто перешили стандартный комплект, который принято называть перетяжка салона, включает в себя два ряда сидений, дверные вставки, центральный подлокотник. Многие заметят, что, например, дверной подлокотник в этой машине, он тоже похож на деталь, которую можно было бы обтянуть. Это, кстати, характерно именно для ваговских автомобилей, да. Вспомните тигуаны, которые мы регулярно перешиваем. Вот, кстати, здесь будет ссылка на подборку по нашим работам именно по Volkswagen. Вспомните, к примеру, Volkswagen Tiguan или Touareg, в которых есть помимо дверных вставок и дверные подлокотники. Более того, в тканевых версиях они тоже исполнены из недорогой обивочной ткани. В этом случае они были сделаны из искусственной кожи, поэтому к ним мы не прикоснулись, хотя, возможно, и стоило бы. Однако мы, тем не менее, решили сделать этот салон более симпатичным. Вот такие более спортивно и выраженные боковые поддержки на спинке, на сидушке, боковые поддержки в области поясницы. Они как бы намекают на такой спортивный дух. Подголовник немножко вдавленный в спинку сверху, да, больше похоже это кресло на ковшеобразное. Вообще, мне кажется, у Volkswagen есть к этому определенная тяга, у Вага я имею в виду, да, и вот в Шкоде это тоже находит свое отражение. И мне это очень нравится после перетяжки, потому что сложные детали с выраженными формами, такими острыми краями, позволяют продемонстрировать качество обтяжки, и салон, безусловно, выглядит гораздо выигрышнее, привлекательнее, чем, ну, скажем, какие-то базовые варианты, когда просто меняется цвет, немножко меняется текстура. Ну, вот в данном случае, как вы видите, здесь и отстрочка появилась шестигранниками, причем уложили мы ее горизонтально. Это отстрочка от автомобиля BMW, встречается в комплектациях Individual, и сделана она на нашем уникальном станке для отстрочки и вышивки ЧПУ. Вот здесь вот есть ссылка на подборку работ, где мы еще применяем подобные возможности своего производства. И, в общем, в последнее время почти во всех машинах можно встретить и фигурную перфорацию, и такую вот декоративную отстрочку. И чаще всего это сделано с помощью нашего уникального оборудования. Ну и, конечно, вот эта отстрочка, она встречается и на дверных вставках. Если бы мы не сделали ее, то там деталь выглядела бы достаточно просто, плоско, я бы даже сказал, а ей, на мой взгляд, не хватает немного объема. И за счет отстрочки и наличия мягкой поролоновой подложки снизу мы сумели такого эффекта добиться. Для цели перетяжки выбрали такой вот карамельно-ореховый цвет, и он, конечно, в эту машину очень неплохо вписывается. Надо заметить, что кузов этого автомобиля имеет такой интересный зеленый окрас, и коричневый зеленым. Это такое достаточно известное классическое сочетание, в котором, ну, абсолютно беспроигрышно можно выбирать некоторые разнообразие оттенков такого рыже-коричневого. И, конечно, цвет нитки. Обычно для салонов просят выбирать нитки контрастные по цвету, по отношению к кожаной обивке, но не в данном случае. Нитка выбрана в тон, но при этом она, тем не менее, заметно видна. А все потому, что у нитки есть некоторый блеск. И это зачастую такой верный выбор оттенка позволяет добиться того, что и шов видно, что он красивый, ровно, но при этом не подчеркивать какой-то резкий контраст, да, не обозначать форму, да, которую мы в основном
стараемся реализовывать с помощью декоративных кантиков. Кантики еще лучше подчеркивают вот эту остроту, четкость линий, форм. Я думаю, что это отличный совершенно пример того, как можно, например, без кантиков обойтись, и салон будет смотреться очень даже ничего. Центральный подлокотник с такой P-образной вставкой, со швом декоративным. Мне вообще нравится, когда есть декоративные отстрочки, они, на мой взгляд, подчеркивают и качество работы с одной стороны, и в целом видно, что деталь обтянута, а это, безусловно, ну, положительно сказывается на таком эмоциональном фоне, ведь кожный салон, он не просто для того, чтобы его легко мыть, чистить. В данном случае это чрезвычайно практичное решение, выполнено из эко-кожи NAPA, гарантия 5 лет, производитель даже 7 лет хотел давать гарантию, но ему сказали: стоп, не надо, для русского человека это вызов, да, даже 5 лет это вызов, и да я его ушатаю за 2. Ну вот, но именно текстура NAPA на таких сложных, острых формах, будучи качественно обтянутой, конечно, подчеркивает результат. Этот результат, на мой взгляд, выглядит очень достойно. Надеюсь, что и вы его тоже оцените. Дорогие друзья, мы всегда рады тому, что вы активно откликаетесь на наши ролики и демонстрируете свою приверженность нашему каналу. Оставляйте свои комментарии, ставите лайки и, что для нас особенно важно, подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик, чтобы уведомление о новых сериях приходило вам в автоматическом режиме. Предлагаю всем сделать это прямо сейчас, вы нас очень поддержите. Ну а для тех, кто хочет узнать, сколько это стоит, как можно осуществить подобный проект, есть контакты в описании к этому видеоролику, там есть и ссылка для перехода в WhatsApp и телефон для связи, поэтому мы с радостью ответим и на вопросы о сроках, о стоимости, о записи, о выборе материалов и многом-многом другом. Так что обращайтесь, пожалуйста, напрямую через эти средства связи с нами в комментариях и в описании к ролику. Мы цен никогда не даем. Ну и напоминаю, конечно, о том, что у нас есть отдельные аккаунты, которые мы активно ведем, и на них стоит подписаться. Ссылки будут в описании. Это аккаунты на социальные сети Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и TikTok. Переходите, смотрите. Ну а я всем желаю удачи, счастья, здоровья и до скорой встречи. Пока!